Who is it? She is my mother. What's her job? She's an actress. Ну вот и закончился урок. И теперь я могу подвести итоги. Как и в каждой профессии, здесь есть свои недостатки и преимущества. Давайте рассмотрим, какие. Преимущества. Первое. Учитель – это скорее призвание, чем профессия. Прекрасная возможность реализовать свои творческие способности и научить детей чему-то новому и полезному. Работа учителя точно уж не скучная, она очень подходит общительным людям. А также у них очень большой отпуск, целых 2 месяца они отдыхают от детей, даже если ходят на работу. Теперь поговорим об издержках этой профессии. Работа в школе стрессовая, каждый день требует большой затраты душевных и моральных сил. Еще один минус этой профессии – то, что учителям каждый вечер приходится готовиться к урокам и проверять тетради. Ученики бывают разные, есть способные, а есть не очень, и поэтому приходится искать подход к каждому. В обычных государственных школах весьма скромная зарплата, но при этом очень большая нагрузка. Кроме проведения урока, приходится писать отчеты, планы, работать с документацией, которой немало.